И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Моргенштерна из России. Вместе с женой он будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти музыканта. Они покинули страну инкогнито через Белоруссию, отправились в Арабские Эмираты и сейчас живут в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Я когда-нибудь уйду. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Через границ по паспорту прям в вагоне. А чё, так можно было, что ли? Я просто сажусь на поезд. Новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно старый соль. Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с пакетом бабок наперевес. Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness. Пиши, то неправильно. Покажи мне, что правильно. Покажи мне, где правило. Покажи мне, что правильно. Правильно. Пиши, то неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ебальником. Въебали рестик, но я не умру от голода. Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Да я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Я теперь боюсь мечтать. Все стало реальным на глазах. Что если проснусь в следующий раз и не захочу открыть глаза? Я теперь боюсь мечтать.